Ну чё, Игорёш, у тебя это в первый раз, да? Нет, я женат. Я знаю, на мне, и у нас дети. Ну? В машине в первый раз. А, в машине-то? Ну, то. Что, был, что ли? Да просто не знаю, считать тот случай, когда гаишник ко мне приставал или нет. Нет, не считать. Я бы, конечно, поспорил, он когда от меня отвязался, такие бабочки в животе были, просто, мама не верит. Ладно. Угу. Давай. Давай. Приставай. Ты что, выбросила, что ли? Ну да, а что? Ну что, прям на улицу, но украдут, блин. Кто? Мы здесь одни. Ну не знаю, эти суслики погрызут и все. Фу, Игорь, это сейчас вообще неуместно. Ладно, я туда носки свои брошу, все разбегутся. Или умрут. Ну что у тебя за штука? Коля, да Игорь, блин, ты что за дело? Ты это разложить не можешь, выйди-ка, выйди. Куда? Ты что, прямо так, что ли, Люба? А как? Ты что, увидит кто-нибудь? Кто, блядь, увидит, мы здесь одни. Ага, ты так титьками машешь, ходим, забегут. Садись, давай. Сейчас я сделаю, все равно. Мне неудобно, да, блин, Игорь, неудобно. Да мы начнем или нет сегодня, ты чё? Открой окно, у меня ногу свело. Да ё-моё. Ой, хорошо. Не, Лева, это еще не хорошо, вот сейчас хорошо будет. А, Люк, ты чё, блин? Комара убила. Да ё. Налетели, посмотри. Да что ты? Люк, это вообще не романтик какой-то. Неудобство в машине, между прочим, это фишка. Романтика это одно, а синяки на жопе это другое. Ой, это смотри, ты чё. Здравствуйте, книжки, флажки интересуют? А с рецептами есть? Да? Ты что несешь, что он сейчас тут библиотеку развернет? Ты. Пошел отсюда! Пошел отсюда! Ты чего? Люб, ну ты че, блин? Ну я вчера только машину помыл. Че ты как уборщица-то в школе? Эти грызь следы останутся, не надо. Люб, ну ты че, ну нет, конечно, ну ты крышу погнешь, блин. Люба, блин, ну ты же знаешь, блин, у меня шея. Игорь. Блин. Извините, я там, мы грибы тут собираем просто. Маслята. Видно, не судьба, видно, не судьба. Давай, может, на заднем сиденье попробуем, а? Ой, давай. Фу, Игорь, что там мокро-то? Ну, от тебя надо, Люба, спросить. Точно не из-за меня? Да я мясо вез, просто набежала, блин. Там точно не будем. А ты, между прочим, рульку-то больше всех любишь. Люба. Ты долго еще, а? Люба. Тут нож такой охотничий был. Ты не видела? Мы сейчас нож будем искать. Или трахаться, наконец, а? Ладно, все. Да, Люба, там реально хороший нож, я 3000 Сашка оплатил, да блин. Отойди. Твою мать. Отойди. Игорь, уродская была идея. Поехали домой. Блядь, ну там ручка реально быть из бересты была. С ножными. Стань-ка, Алена, Люба, куда ты по-любому снегу это дело? Игорюш. Чего? Там уже рулька запеклась. Точно, блин, Люб, сейчас приедем домой, пожрём, а? Это да, с горчичкой и черным хлебом. Ой, Лю, я тебя люблю, моя хорошая мать!